Всем привет, друзья! С вами Светлана, и сегодня у нас на продаже двухкомнатная квартира в причастовой отделке от застройщика в ЖК «Огни Анапа». Мы находимся на 16 этаже. Эта квартира видовая как на горы, так и на Анапскую бухту. Мы сейчас ее посмотрим, и в конце я обязательно расскажу о стоимости. Итак, мы зашли в нашу квартиру. Здесь нас встречает холл. Холл у нас небольшой. Здесь у нас получается здесь ниша под гардеробный шкаф. С этой стороны у нас санузел. Давайте я вам его подсвечу. В каждом санузле, смотрите, есть разводка уже труб. Здесь трубы лежат. Вот у нас канализация, краники. Вот такой вот санузел. Санузел у нас здесь 4,4 квадратных метра. Вот этот вот коридор, в который мы с вами зашли, 10,3 квадратных метра вместе с вот этой нишей. Здесь вентиляционный короб, кстати, находится. Идем дальше. И у нас получается развилка на две комнаты. Давайте сначала пойдем направо. Направо пойдем в жилую комнату 14,2 квадратных метра. Эта сторона у нас выходит на горы. Она у нас не такая жаркая, здесь можно спокойно делать спальню. Здесь установлены радиаторы от застройщика, причастовая отделка выполнена, то есть стяжка пола, ровные штукатуренные стены и также электрика до точек потребления. Вторая комната у нас тоже жилая напрямую, ее квадратура 12,2 квадратных метра, окна уже смотрят немножко в другую сторону, в сторону как раз-таки Кавказских гор и немножко на улицу Лермонтова. Вот здесь, кстати, восход вы можете увидеть. Здесь встает там за горами солнышко, но опять-таки не будет очень жарко, потому что все-таки это не западная сторона. Здесь может быть детская комната, к примеру. И, соответственно, давайте я вам покажу огромную кухню-гостиную. Вот она начинается прямо отсюда. Вот здесь установлен радиатор, здесь может быть мокрая зона под вашу кухню, кухонная зона. И вот такая огромная кухня-гостиная, ее квадратура 28,2 квадратных метра. То есть здесь запросто может расположиться и гостевая комната, можно здесь нарастить перегородку, и будет третья комната полноценная с радиатором и с окном. Здесь может быть кухонная и обеденная зона. Но прежде всего давайте зайдем на балкон. Балкон у нас 1,8 квадратных метра, он утепленный со всех сторон. То есть здесь можно расширять в сторону квартиры. Ну так, мы выглядываем на панорамный вид на море. Здесь у нас еще территория промзоны, здесь можно купить обои, двери, в общем, все, что нужно для ремонта. Но самое интересное, то есть перед вами уже ничего нового не появится, то есть все, что вы видите из окна, такой же вид и останется, это означает то, что вид на море у вас будет в любом случае, это же 16 этаж, плюс даже если впереди что-то и построится, все равно оно явно не будет вам перекрывать такой замечательный вид на море, на Анапскую бухту. И давайте вид сразу из этого окошка, к которому я уже подходила. Здесь такой же самый вид на море. Вот, пожалуйста, только даже можно еще и дальше выглянуть. То есть здесь получается самый панорамный вид за счет того, что там немножко стенка балкона мешает, а здесь все отлично просматривается. И вот, друзья, у нас есть таких квартир целых 4. В этом корпусе, это у нас корпус В, третий корпус, он самый внутри находится дома, на 16 этаже вот эта вот квартира, в которой я сейчас нахожусь. Площадь этой квартиры полностью с балконами, с лоджиями 71,4 квадратных метра, и она стоит 4 миллиона 950 тысяч. Такая же квартира есть, соответственно, в корпусе Б, и тоже на 16 этаже. Площадь ее уже 72 квадратных метра, но по цене стоит также, тоже 4 950. Такая же квартира есть еще и в корпусе Б на третьем этаже. Ее площадь 71,6 квадратных метров и стоит она 4900. Есть такая квартира в корпусе А на 13 этаже. Ее площадь чуть-чуть поменьше, но это идентичная планировка 68,8. И вот у нее прекрасная интересная цена, она стоит 4 миллиона 750 тысяч. Поверьте, ни на Авито, ни на Циане таких планировок нет. Это эксклюзивные планировки, которые сейчас мало кто продает,
потому что даже застройщик их придерживал до последнего. Реально было так. Эти квартиры были куплены аж в октябре, практически перед сдачей дома. То есть их специально удерживали, чтобы продать подороже. Если вам понравилась какая-то из этих квартир, знаете, что у вас будет вот такой вот вид на море. Это вот на 16 этаже этого корпуса и корпуса Б. На 13 этаже в корпусе А тоже есть вид на море, поэтому не волнуйтесь, здесь в любом случае, кроме третьего этажа, у вас будет везде такой хороший вид. Вы будете видеть и горы, и море в том числе. Так что смотрите сами, нужна вам большая планировка 72 квадрата, или вы можете ограничиться 68,8, звоните. Цена реально очень классная, потому что сейчас даже на Авито на более низких этажах продают практически по этой же цене, но там абсолютно она без вида, а здесь именно она видовая. Звоните по номеру телефона, как всегда с вами Светлана. Если говорить об инфраструктуре, то это центр современной Анапы, прям вот реально центр, потому что находится в 3-4 минутах ходьбы от Южного рынка. Там же в пару кварталах находится промышленная улица, это наш местный так называемый промышленный рынок. И, соответственно, если прогуляться 10-15 минут, то можно выйти до набережной Анапы, либо же можно дойти погулять в парк Ореховую рощу, это тоже 15 минут ходьбы. В общем, все здесь рядом. По объектной инфраструктуре здесь есть садик, 4-я школа на Парковой, это тоже 2-3 квартала отсюда, тоже минут 10-15 ходьбы. До центрального пляжа Песчаного, который начинается Анапская бухта и туда идет вдоль Пионерского проспекта, именно песчаная береговая зона, здесь 25 минут ходьбы. До Галичного каменного пляжа здесь тоже 20-25 минут ходьбы. То есть это центральное место, которое находится в пешей все-таки доступности до разных пляжей. Если вам не хочется именно в Анапе ходить на пляж, то вы можете сесть на 114 или 128 маршрутку и доехать до, соответственно, Витязева или Джимите. Ну а с вами была Светлана. На этом все. Обязательно пишите комментарии. Вот такая большая двухкомнатная, я бы даже сказала евро-трехкомнатная квартира, потому что 28,5. Имея вот это окно и имея, пожалуйста, выход вам на лоджию и балкон, можно, в принципе, спокойно перегородить перегородкой, и у вас будет полноценных 3 комнаты жилые. Звоните. Всем пока-пока.